Всем привет, ребята! Вы на канале Принцесса Единорог Элла 2. И вы как-то просили, чтобы я показала себя, когда буду снимать это видео. Вот, пожалуйста, смотрите, как я выгляжу. Я, в принципе, вот так выгляжу. И на этом видео я буду озвучивать персонажей из цифрового цирка. Почему я не говорю УЦЦ? Потому что один подписчик или хейтер, не знаю кто, мне писал, что это не УЦЦ, а цифровой цирк. Я стала теперь говорить цифровой цирк, ну, чтобы не злить его. Я не обиделась из-за этого, решила теперь говорить цифровой цирк. Вот так вот. И в этом видео я буду озвучивать всех персонажей цифрового цирка. Почему ни одного? Потому что, придется по частям снимать, а меня это уже начнет взбесить. Поэтому я начну в одном видео озвучивать прямо всех. Ну что ж, перейдем на рулетку. Кстати, это рулетка для того, чтобы я... Так как я раньше это писала в сообществе голосование, какого персонажа мне озвучить, и там было все равны. Там кто-то за Гэнгл, кто-то за Помни, кто-то за Джекса. Я не могла определить. И я удалила то сообщество, и придется, на рулетке. Ну что, проверим, кого я буду сейчас первого озвучивать. И это королёр. Ну что, посмотрим, как я буду озвучивать королёра. О, боже! Фух. Это что за момо тут? Вы видите? Вот тут снизу. Видите момо? Боже, она меня напугала. Итак. Сейчас я буду озвучивать королёра, как мне попалось на рулетке. И сейчас подождем, пока не начнет момент... С королёром. А моя неприступная крепость? Нет, не особо. Полагается, Кафму сошел с ума. Последние беседы проводятся о выходе. Прямо как ты, Помни. Возможно, ты тоже сходишь с ума. Постойте, разве это не значит, что выход существует? Или знаешь, что ты потихоньку начинаешь сходить с ума? Стойте, мы не поможем зубу. Итак, одного раза хватает, как мы озвучивали королёра с одного момента. Ну, не только королёра, еще Помни, Джекса и Гэнгл. Ну, одними частями. Теперь смотрим, кто следующий. И это Джекс, мой любимый персонаж. Хотя он не единственный мой любимый персонаж. Это Помни, Джекс и Гэнгл. У меня три любимых персонажа. Ну что, погнали. Все считать, что это сон. Почему ты на меня так смотришь? Я делаю всякое, лишь бы наблюдать за кем-то, как веселые штуки происходят с кем-то. Ауч! Так, ладно, эти штуки мне уже надоели. Ты, я и Помни, мы проведуем Кауфму, в то время как Плакс и этот ку-ку разберутся с неразберихой зубов. Думаешь, хорошая идея оставить их вместе? Конечно, да. Перед тобой самых способных и разрешенных индивида. Вперед, дамы, докучать клоуну. Как? В общем, в сообществе вы будете оценивать меня от 1 до 10, хорошо? Чтобы были комменты, понятно? Теперь следующий, кто? Королёра я уже озвучивал, так еще раз покажу. И следующая рогата! Уху! Наконец-то не королёр. Так, погнали. Просто постарайся успокоиться.
Мы все через это прошли. Тебе нужно просто расслабиться. Какого хуя происходит? Что? Ну, что-то с рогатой мне не очень понравилось. Вот это когда я Джекса озвучивала, вообще норм было, согласитесь, а? Так, теперь кто следующий? И это помни! Юху! Но есть много моментов. Вспомни, она же главный герой. Ну, пошли. Как мне снять этот шлем? Просто тяни сильнее. У нас же получилось. Я надела какую-то странную гарнитуру и оказалась, ну, здесь. О, кто вы такие? Почему я не могу вспомнить себя? Где я? Мне кажется, внутри как будто я хорошо озвучивала, а на самом деле кажется, что чуть не похоже. Оценивайтесь сами, хорошо? Так, кто следующий? И это Гэнгл! Еще один мой любимый персонаж. Ну что, погнали? Они сломали мою маску комедии. Ну что, Кейн, будет ли новое приключение для новенькой, помни? Ну, в общем, ну, оценивайте, как я Гэнгл озвучивала. Так, идем дальше. Это Зубы. Так, пойдем-ка. Заткнись, Джекс. Ну да, он прав. Добро пожаловать в новый дом и в новое тело. Новый дом? Это как понять? Ребята, будьте добрее. Так, я сделала так, чтобы попался только Кейн и пузырек. Сейчас. Конечно. Так, а последний потом Кейн. И все. На этом потом будем заканчивать видео. Сделано с любовью и в рамках закона, конечно же. Ну и остался только Кейн. Будем его озвучивать. Погнали. О боже мой, походу у нас новый персонаж. Ну вот, в принципе, и все, кого я озвучивала. Ну, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И пишите сообщество, как я озвучивала. Честно сказать, мне понравилось больше всего, как я озвучивала Джекса, помни, Зубл, Гэнгл. Вот, и все. Ну, потому что немного голоса где-то похожи, а где-то не похожи. Вот, ну, в других персонажах. Ну, все, всем пока!